Всем здравствуйте! Знаменитый чемпион Роман Костомаров находится в больнице уже четвертую неделю. Сейчас уже всем очевидно, что Роман Сергеевич не вернется в ледниковый период, где он вместе с партнершей Валерией Ланской дошел до финала. Благоприятных прогнозов врачи не дают. Фигуристу грозит ампутация пальцев на ногах, а возможно и на руках. Поэтому выступление в финале, к сожалению, обойдется без этой пары. Кстати, многие специалисты считали их фаворитами программы. Даже самый строгий тренер Татьяна Тарасова в последнем прокате не нашла помарок, отметив, что это было по-настоящему художественное выступление. Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января в коммунарку. Врачи подозревали ковид, затем пневмонию. В итоге дела оказались совсем плохи. Фигурист несколько недель не мог дышать самостоятельно. Позже появился сепсис, а затем и проблемы с кровообращением. У спортсмена начали отмирать ткани конечностей. Никаких конкретных прогнозов по-прежнему нет. К сожалению, от этого становится все тревожнее и тревожнее. Родные спортсмена хранят молчание, а поклонники считают, что здоровье Романа Сергеевича надорвали выступления на открытых площадках в 20-градусный мороз. После того, как всю страну облетела новость о беде, которая случилась с Костомаровым, Татьяна Навка подключилась к ситуации. Она нашла лучших врачей, чтобы спасти Романа. Татьяна не верит, что именно лед и мороз спровоцировали опасный недуг. Будем надеяться, что совсем скоро начнут поступать более позитивные новости о состоянии фигуриста. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!